Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Предыдущий циклон быстро слабеет далеко на востоке, а его место ненадолго занимает солнечный, но морозный казахстанский антициклон. А через Урал уже переваливается следующий циклон с теплым сектором впереди. А теперь о погоде более подробно. В понедельник, 13 марта, в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Идет дальнейшее похолодание. В ночное время 12-14 градусов ниже нуля, днем ожидается -1,3. Вы смотрели прогноз погоды западносибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю хорошего настроения.